Гарвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Гарвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. В них принимают участие сотрудники, инструкторы и члены Гарвин Спортклуба самых разных возрастов. Вот и в минувшие выходные одним из таких мероприятий стал турнир по настольному теннису среди членов Гарвин Спортклуба. Причем турнир по настольному теннису проводился впервые и получился довольно интересным. Участники были разделены на две подгруппы, где играли по круговой системе, после чего игроки, занявшие первые два места, выходили в полуфинал. Таким образом определялись финалисты и пара, сыгравшая матч за третье место. В итоге первым чемпионом Гарвин Спортклуба по настольному теннису стал Азимжан Кадыров, выигравший в игре за первое место Азиза Суракматова. Ну а бронзовым призером стал Андрей Комаров. В общем, добро пожаловать в Гарвин Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане.